По спортивному принципу Владивостокский «Луч» пошел навстречу курскому «Авангарду». Гости должны были прилететь во Владивосток рано утром, но самолет задержали, куряне на стыковой рейс не попали, опоздали на несколько часов. В «Луче» согласились на перенос матча, который должен был начаться в 14 часов, на 20 часов. И поздно вечером приморцы доказали, что сильнее, выиграли 1-0. На 77-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий «Луча» Иван Хлебородов. Благодаря этой победе приморцы покинули зону вылета и поднялись на 12-е место турнирной таблицы.